Тему для выступления выбирали недолго. Решили посвятить приближающемуся дню космонавтики. Зрителям рассказали про правила пожарной безопасности гости с другой планеты. Умелый подход, творческая организация, красочные костюмы – все это было на мероприятии. Я хочу сказать, что дети в такой форме, когда инопланетяне учат их правилам пожарной безопасности, запоминают намного лучше, намного быстрее. Вечно нельзя детям играть. Значит, будет пожар. И надо звать с пожарной. А после выступления сотрудники МЧС вместе с руководством детского сада перешли от теории к практике. Без предупреждения устроили учебную пожарную тревогу. Итог учений – хорошо, а вот результаты конкурса будут озвучены только 30 апреля.